Всем привет, ребят. Ну что, настало время прокачки нового героя. Сделаем сейчас прокачку, аргументацию, прокачаем 12-й и потом уже будем на максималке тестировать. Так, вместо Анубиса сейчас я поставлю Миноса. Камни я таки не нафармил, к сожалению. Буду до вечера фармить, чтобы сбегать за девяточкой потом. Так, вот такой вот герой, я вам его уже показывал. Герой увеличивает атаку на 10, отражает входящий. Если мы улучшим, давайте сразу же, каких у меня тут рун, этими улучшим. Что у нас получается? На десятке увеличивает свою атаку на 100, отражает 50 урона. Также наносит 250 от атаки по площади ближайшим вражеским целям и восстанавливает здоровье, равное 50% от полученного урона. Такс. Поехали в судьбу. Сразу же в судьбе сделаем 12-12 героя. Так, не помню, где там, где-то здесь, по-моему, добавили, да. Сразу сейчас прокачаем. Посмотрим, что у нас будет на 12-м скилле. Так, не хватает синих кристаллов. Вот беда. Ну, надо будет теперь красные скупать в основном. Синие не нужны, а вот красных надо очень много. Так. Что мы имеем на 12-м? 140 плюс 40%, немалая отражалка 60. Вот так вот отражалка всего входящего урона в течение. Ну, посмотрим сейчас на этого героя. Так, ну что, поехали. Давайте затестим вот просто такого героя. Сейчас поставим сюда. Порочным пактом и потом пойдем делать аргументацию. Увидите, дамажит, конечно, она прикольненько. Сразу же силушка выросла у нас за 3 уровня плюс 700, всегда так бы давали. Так, окей, поехали, делаем эволюцию, аргументацию. Будет у нас такая вот фаст прокачка сегодня. Надеюсь, мне книг хватит. Так, уже не хватает нам значков почета. Исправили. Что-то нету расстановок. Давайте посмотрим тут. Сейчас начнут башни доставать. Вот она начинает бить. Вот посмотрите, какой урон. Ребята, это без эволюции. Уже некому бить. Сейчас дерево только тронет. Так, Атлант. Ну, видите, на Атланте там
Слили. Ну, в принципе, довольно-таки неплохо. Так-с, давайте сразу же будем просвет качать. Нам нужен 96-й, по-моему, для 8-х рун. Поставить грубую силу. Так вот вылез у нас сундучок, отлично. Надо будет все-таки, наверное, оставить себе одно место и качать сундуки ради рун, ну, точнее, ради этих. Потому что вариантов как бы в основном нет. Придется в любом случае вот так вот прокачиваться. Либо ждать рынка. Одно из двух. Такс. Есть руки. Давайте уже просветик сейчас хотя бы до 80-го докачаем. Посмотрите на урон, это без рун, без эволюции, ребят. Просто жестко сносит. Конечно, если будет Фрея, Фрея ушатает. Так, ну давайте попробуем. 91 нужен, да? Ну, качаем. Рая видели, слила. Рая сволочи счета. Ну, минус радует на 12-м. Надо будет еще ремку вкачать. А рунами потом как-то. Будет вообще супер. Такс. Качаемся дальше. Так, что делаем? Аугментацию. В принципе, нам должно хватить них плюс-минус. Делаем сразу вторую эволюцию. Поехали, сделаем аугментацию. Так, для аугментации надо. Блин, с просветами, конечно, было заморачиваться, но все-таки надо ее довести в топ. Все-таки этот видосик по прокачке быстрой героя.
Ну, видите, Фрейя просто налегке сливает, без вариантов. Так, не хватило значков почета, ничего себе. Бывает же. Все, 10-я звезда. Максимум. Сейчас будем кидать якорь. Только просвета надо докачать еще. Так, о чем у меня там? У меня нету. К сожалению. Придется ману так тащить. Посмотрите на ее урон, ну просто какая-то бешеная. Это без аугментации, ребят, еще сейчас мы еще аугментацию доделаем. Но как по мне, это просто реально очень жестко. Да, сливают, конечно, ее быстро, как и Минотавра. Это Фрейя сливает. Ну, в принципе, у нас минус 20 еще к получению. Так, окей. Окей. Так, что мы можем поставить сюда эмблемку? ЭС-ку. 96 уровень надо. Ну ладно, докачиваем уже до максималочки. Какие у нас еще варианты есть? И делаем аугментацию. Expectations, they keep weighing me down.
Боцман, ну ладно, боцман, давай. Блин, офигенно она, конечно, бьет. Такс, 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 такс. Есть сотый просвет, отлично, ставим в рубую силу. И что мы имеем сейчас? 9600 плюс 12681, вот так вот. А теперь делаем еще аугментацию. Так, есть аугментация сделана. Бум. Якорь кинут. Ну что, пробуем сейчас ее собрать. Так, уклонение оставил. Крит, крит урон, все как обычно. Атаку я пока я не буду добавлять. Так, крит. Уклонение тоже оставим. У нее, в принципе, аугментация есть. Потом попробуем ее со священным огнем, с уклонением. Так, отлично. Вот такое. И посыпались двойки, тройки. Дали бы крит урона какого-то. Такс. Ой, отличное уклонение, крит. Пока оставим, потом все равно будем перероливать на уклонение, все. Так. И сейчас мы ей еще чары поменяем. Вот так вот. Ну, можно будет как-то и доспех поставить, но попробуем такой вариант пока. Доспех не то. Так, окей, есть. Идем раз затестим. Потом я уже сделаю полноценный вам обзор. Давайте еще ради интереса в подземку забежим. Ну, думаю, такая сборочка, она, конечно, будет интересная. Но не универсальная. Мы будем делать универсальную сборку. Так, поехали, смотрим. Конечно, посмотрите на это. Это просто Unreal. Она сейчас их тут просто разберет. Ну, тут опять же подбегут мины и все.
В общем, вот так вот, ребят. Пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки. Всем удачи, всем пока.